Хапай Nokia 3 на Android в комфі за 389 гривень на місяць. Здравствуйте, друзья! Я сегодня буду один показывать разные смешные номера, миниатюры, случаи жизни. Ну а вам нужно просто не стесняться, хлопать, узнавать себя, если вы готовы под ваши аплодисменты. Поехали! Друзья, и для начала представьте, музыкант Наташи Королевой, который меньше всех получает за концерт. Там во дворце живет жар-птица, и людям дает свет. Друзья, сейчас для многих знакомая ситуация. Представьте, девушку бросил парень. От придурок, мало того, що кинув, ще й будильників наставив. Друзья, знаете, я сегодня впервые в проекте выступаю один, поэтому для моего финального номера мне понадобится моя суперспособность. Дело в том, что я умею очень быстро переодеваться. Итак, в фитнес-клубе, под ваши аплодисменты. Все, Лех, я переоделся. Давай. Знаете, друзья, женщины хотят выглядеть хорошо в любом возрасте. Итак, представьте, фитнес-клуб, группа «Кому за 60» под названием «Второй шанс». Здрасте, девочки! Начнем с хорошей новости. Вам не надо скидываться на то, чтобы заделывать дырку в женской душевой. Благодаря вашей группе мужики и так боятся туда заглядывать. И перед тем, как мы начнем, запомнить, чем больше вы сюда ходите, тем меньше внуки рассчитывают на вашу квартиру. Поэтому руки на пояс, поехали наклончики вперед. Раз, два, поднимаем подбородочки. Раз, Татьяна Ивановна, все подбородочки поднимаем. Раз, два. Зинаида Михайловна, я просил вас прийти в чем-то облегающем. Чего вы пришли в пальто? А, воно вас тоже облегает, понятно. Продолжаем. Раз, два. Теперь лягли на пол и делаем мостик. Что там, Мара Петровна? Как ваш мостик? Ну, как вам сказать? Как Керченский. Вы вроде что сделаете, а толку, если честно, ниякого. Что? Лидия Михайловна, мы не будем делать сегодня сальто. Я понимаю, что вы тренировались последний месяц. Лидия Михайловна, не надо никому показывать. Лидия Михайловна, не надо, я вас прошу! Вот и прозвучали позывные окончания нашего занятия. Девочки, соберите, пожалуйста, Лидию Михайловну. Встречаемся завтра и запомните. Женщины, они как шахматы. Дойде до конца доски и може стать королевой. А може и лошадью, Тамара Петровна, тут все от фигуры зависит. Спасибо, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Игорь! Ну что ж, переживали мы за вас. Справитесь ли вы один? Мы разлучили вас с братом. Думаем, как же, как же? И вот он вышел. И вот он справился! Молодец! Спасибо. Все получилось, а вы переживали. Без брата все равно не обошлось, да? Он переодевался. А где он был? Его не было. Прекрати. Ну, Игорь, монтаж покажет, где был брат. Монолог был прекрасен. Будь уверен, дальше. Окей. Брат всегда за кулисами, спасибо. Он за тебя волнуется. Мы волнуемся точно так же. Мы хотим, чтобы у вас все получилось. Я его удачи. Не подведу. Спасибо большое. Молодец. Удачи тебе.